17 августа в селе Напольном введен карантин из-за выявленного случая заболевания африканской чумой свиней. Сотрудники ветслужбы принимают все меры, чтобы инфекция не распространилась. Наши коллеги с Алатырского телевидения побывали в эпицентре борьбы с заболеванием. У жителей села Напольное, которые входят в первую зону опасности, сегодня забирают весь скот. Поголовье, продукция будут уничтожены. До 26 августа все сожгут в специально отведенном для этого месте. На весах все взвесят и тушки заберут на специальный полигон, где вырыт котлован и плодородный слой почвы снят, трехметровый котлован. Там будет все это будет сжигаться. Африканская чума свиней – серьезное заболевание, которое наносит большой экономический ущерб. При заражении хотя бы одного животного необходимо уничтожить все поголовье. Если этого не сделать, могут заразиться все животные республики, а это 173 тысячи голов. В начале августа еще начался падеж свиней, и сначала несколько фактов было скрыто. На сегодняшний день эксгумация тушек, трупов свиней, она произошла. Также материалы отправлены в лабораторию. На выездах из зараженной территории расставлены посты. Каждая машина проверяется и проходит дезинфекцию. Все это делается, чтобы вирус не вышел за пределы села. Убытки фермерам компенсирует правительство республики. За живой вес и за мясо компенсации будут выплачены. Да, там пройдет некоторое время, около 45 дней, пока люди получат деньги. Вирус африканской чумы свиней для человека не опасен, но люди могут занести его на подворье, ферму, просто передать при контакте с животным. Чтобы этого избежать, покупать мясо лучше не с рук участников, а на специализированных рынках, где есть ветеринарные службы. Там оно проходит экспертизу и поступает на прилавок с соответствующими документами.